Всем доброе утро, мои дорогие. Добро пожаловать ко мне домой. Я всем вам очень рада. Меня зовут Ирина. Я рассказываю о цветах. О цветах в интерьере. У нас жара. Как и во многих регионах. Вот недавно посмотрела у себя на подоконнике. Градусник показывает 35. И это даже еще не обеденное время. В моей комнате, где растет основная масса цветов, вот здесь вот за дверью, просто душегубка, поверьте мне, 3 солнечных окна. Я перенесла все свои цветы, основную массу раскидала по дому. Ну, как мне кажется, где более-менее попрохладнее, по крайней мере, нет палящего солнца. Вот здесь в коридоре, конечно, это папоротники, вот нефролеписы, платицериумы, филодендроны. И новинка. Сегодня расскажу вам о новинке. Собственно, из-за нее затеялось это видео. Вот снегопадит, опадает. Куплено в неудачное время, в жару. Вот такое цветущее, красивое произведение природы, клеродендрум проспера. У меня никогда раньше не было клеродендрумов. Я знаю, во многих домах есть томпсоны, угандийские, которые все шикарно цветут. Ну, начала я, вот так получилось, с проспера. Как бы вам получше его показать, чтобы он на другой зелени не терялся. Сейчас мы такую непрезентабельную табуреточку возьмем. На нее поставим. Вот так. Привезли мне его в самую жару. А в источниках, конечно, я прочитала про него. Загуглила и в Яндексе порылась. Во всех источниках написано, что реагирует на транспортировку, сбрасывает свои шикарные цветоносы. Как минимум, паникают они, вот как в моем случае. Но то, что меня порадовало, написано, отличается выносливостью. А из минусов для себя я поняла самый большой минус – требовательность к влажности воздуха. Как мы будем зимой переносить все эти требования завышенные, я считаю, не знаю. Мне понравилось. В плюсах было написано, достаточно легко укореняется. То есть черенками есть 2 вида. Размножение черенками и семенами. Ну, семенами, насколько я поняла, в домашних условиях хоть и реально, но не стоит овчинка выделки. Тем более, что я думаю, это должно происходить где-то в теплицах, в оранжереях. Не в домашних условиях. А вот черенки якобы размножаются очень легко. Будем проверять. И даже в одном источнике написали, что если отрезать веточку с цветоносом и убрать цветы, что даже она может прижиться. Будем пробовать. Листочки красивые, глянцевые. Посмотрите, какие. Прожилки четко видны, с такими углублениями, с бороздками. И край листочка, я бы сказала, такой, посмотрите, волнистый. Даже без цветоносов будет вполне симпатично. Также мне очень понравилось, ну, для моих условий, что растение можно вырастить вполне как куст, как кустарник, как он в природе растет, или как небольшое деревце, если, конечно, формировать без фанатизма. А формировать, конечно, обязательно, потому что, ну, во-первых, он разрастется некрасиво, а во-вторых, цвести он будет, наверное, на новых побегах. Ну, так же, наверное, как бугенвилли, я так понимаю. Вот жара нам все подпортила. А так я рада очень своей покупке. Обошлась она мне. Как же не забыть? Вернее, как вспомнить? По-моему, 900 рублей.
Я просто цифры не запоминаю, это моя беда. Вот такой вот снегопад теперь. Борюсь с искушением обрезать цветоносы. Я знаю, что многие очень жалеют обрезать цветоносы, я же наоборот. Хочется все время вырастить сразу куст, а уж потом цветы. Для того, чтобы цвело растение, конечно, нужно подкармливать. Очень любит подкормки, но не азотные, конечно. Но вот я как думаю, цветочники, у кого есть клеродендроны, если я обрежу цветоносы, ну чуть позже, чуть-чуть попозже, то я хочу подкормить наоборот азотными. Пусть листву нарастет, стволики окрепнет, а о цветах уж потом будем думать. В народе называют красиво вуаль невесты. Действительно похоже, как будто вот на лицо склоняется фата, правда? Еще много красивых названий есть, там я не запоминала особо. Ну, кому интересно, есть Google, есть литература. Мне похоже вообще на сирень. Правда? Наверное, сейчас побрызгаю все растения, которые здесь. Филодендрон еще выдержит, а вот нефролеписы, конечно, немного сбрызну. Вот здесь вот такой у меня зеленый получился великолепие. Варварское, я бы даже сказала. Кто помнит, я обычно рисую в голове, я рассказываю, кто помнит, про картинки, которые все время в моей голове, они мне покоя не дают. Это моя будущая инсталляция. Я ращу эти нефролеписы для того, чтобы подвесить над кухонным столом в будущем. Вот выращу их большими, посажу всех одинаковые конусообразные кашпо, чтобы они свешивались у меня над столом. Вот такой букетик принесла, нарвала на улице, на работе у мужа, практически среди строительных материалов во дворе росли вот такие пушистики. Мне напоминают злаковые. Есть подозрение, что это ковыль, просто еще не распустившийся, не знаю. Мама, когда увидела, Ира, зачем ты сорвала, это нельзя. Я вообще раньше боялась ковыль домой приносить, вот по этим всем суевериям, по несчастьям каким-то. А сейчас, став, мягко говоря, взрослой, думаю, ну, если это красиво, оно должно быть дома. Если так всего бояться, вообще не иметь цветов. Они же половина, кто мужегоны, кто к несчастью. Пусть будет. Как вы переносите жару? Расскажите мне. Я вот не почистила кондиционеры, который год собиралась. Практически не работают кондиционеры. Духота страшная. Естественно, что здесь вот принесла всех тех, кто боится прямых солнечных лучей, особенно таких жарких июньских, филодендроны, папоротники. Пули вот ходит, изнывает от жары и тоже сейчас пойдет под кран. Даже с подоконников, вот здесь вот неприглядная вам картинка, прям быстро так раз-два, видите, пустые подоконники. Вот на перила большой лестницы просто составила всех подряд, кто как выживает. Ну, пойдемте в красивую картинку. Вот такая вот у меня новиночка. Пожелайте мне удачи в выращивании клеродендрумов. А понравится, получится, я тогда, наверное, Томпсонов заведу. Еще каких-нибудь. Платицериум сначала отнесла было в начале сезона. Сняла вот сюда на балкон. Думала, темновато здесь оленьим рогам. Ну, снова водрузил на стену, потому что на балконе, мягко говоря, тепло. Все прижились. Более-менее крепко уже сидят, не мотаются. Вот один мне не нравится. Вот здесь вот видно, да? Здесь вот нормальные вот эти листья.
А те, кто попали между вот этих вот стерильных, они стали как-то, вот видите, вот обрезать надо. Портит общий вид, выбивается, отстает от коллектива. А для композиции это очень важно, потому что он будет нарушать всю мою гармонию. Если что-то с ним случится, я подкуплю новый, но он тоже не догонит родственников по росту. Посмотрим. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Не буду вас задерживать. Все на дачах. Все в бассейнах. О чем я говорю? Все на работе. Сегодня среда. Прижимаю вас всех к своей пышной груди. Очень трепетно к вам отношусь. Некоторых целую. Пока-пока.